наука где наша? Где наши вузы? Вы там бодрые доклады делаете, посмотрите, как инженерные центры, мы деньги вложили туда, ноль. Альберт Харисович, вы обещали, Кайлазер, что будет загружен. Убытки, в убытках сидите. Что это такое? Вы на своем примере должны показывать, значит, как нужно работать. Или наш химический это. Давайте министра тоже смотрите, Альберт. И министр экономики, кто у нас в Минэкономике? Это не для красоты сделано. Потом вот выступал проректор КФУ. Мы один диплом даем, еще два, а второй диплом предприниматель. Предприниматель диплом надо давать, если он во время учебы открыл какой-то или участвовал в каком-то проекте и показал какие-то результаты. Ваши, значит, туфтовые бумажки никому не нужны. Вы посмотрите, сколько предприятий вы открыли на все наши университеты. Вот этот Массачусетский университет, там 40% студентов в бизнесе. А сколько у нас? И как вы с предприятиями работаете? Есть, конечно, яркие моменты, когда предприятия заинтересованы. Очень много еще вам надо измениться. Высшая школа должна полностью поменяться. Мозги поменять, людей переподготовить.